Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня хочу рассказать, какие новости в Великобритании, в Англии. Ну, конечно же, весь мир прикован к такому событию, как похороны Елизаветы II. Прочитаю вам просто несколько новостей. Значит, 19 сентября будут похороны королевы Англии Елизаветы II. Власти Британии ожидают прибытие в Лондон до 1 миллиона человек на похороны Елизаветы II. И сотрудники правоохранительных органов готовятся к беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности на похоронах королевы Елизаветы II. Власти Британии ожидают, что в Лондон придут от 75 тысяч до миллиона человек. Так много людей, желающих проводить ее в последний путь, сообщает британская пресса. Это самая крупная операция, которую когда-либо проводила британская полиция, полагает Саймон Морган, отвечающий в прошлом за охрану королевской семьи. С 14 сентября гроб с телом Елизаветы II выставлен на прощание. За это время дань памяти ей отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа. И им приходилось выстаивать многокилометровые очереди по несколько часов для того, чтобы попрощаться с королевой Англии Елизаветой II. Ранее в воскресенье власти Лондона проинформировали, что более очереди занимать не стоит. Хотя допуск людей для прощания будет возможен до раннего утра понедельника. Ну, понедельник, 19 сентября. Государственная церемония похорон Елизаветы состоится 19 сентября в Лондоне. И я просто напомню вам о том, что королева скончалась в шотландском замке 8 сентября в возрасте 96 лет, и новым британским монархом стал ее старший сын Карл III. Но вот такая будет церемония в Лондоне, поэтому я решила вам тоже рассказать. Может быть, кто-то не знает, что сейчас происходит в Великобритании. Значит, в понедельник объявлен выходным днем, потому что очень-очень многие поедут на эту церемонию. У меня муж тоже очень сильно хотел, и он говорит, может быть, мы тоже с тобой поедем, но я представляю, что мы не сможем даже как-то близко подойти, даже не сможем найти, где припарковать машину. И это будет просто невозможно, и будет такое столкновение людей, поэтому, может быть, даже это будет не совсем безопасно ехать. Но, как говорят некоторые источники, что, возможно, будет во многих кинотеатрах прямая трансляция. И поэтому многие смогут посмотреть похороны Елизаветы, королевы Англии, именно через трансляцию. Но я думаю, что все источники везде по интернету, везде, конечно, будет эта прямая трансляция. И поэтому все-таки будет разумно посмотреть ее по телевизору или как-то по интернету, а не ехать в Лондон. Вот такие новости Великобритании. Вы на канале Тани из Англии. Все, до новых встреч. Спасибо, что вы со мной и наблюдаете за новостями Великобритании. Всем пока-пока.